самые осенние песни призваны вообще на всем земном шаре. А павший листья Жозеф Косма в 1945 году он написал эту замечательную песню. Она не песня, она треком прошла в одном кинофильме. Это первый французский кинофильм в 1945 году после войны. Ну, кинофильм-то, в общем-то, ни о чем был, а вот музыка запомнилась, а потом их манта в 1957 году, когда был здесь фестиваль молодежи студентов международный, вот он подарил нашей стране вот эту замечательную песню «Опавшие листья». Walking to me.
Спасибо. Спасибо.